Я начал терять зрение еще в детстве. Мама решила отвезти меня в Америку, но мы запоздали с лечением. В итоге неудачная операция. Я остался слеп на всю жизнь. Когда врач, известный японский хирург, сообщил об этом моей маме, она отчаялась. Но он же и сказал ей: «У вас на редкость жизнерадостный ребенок, и он будет таким всегда. Вам лишь стоит найти то, в чем он преуспеет. Будь это музыка, литература, языки, и он не будет так остро ощущать потерю зрения». В пении птиц я познал Шопена. В музыке я нашел себя. Зависимость от нее сегодня отнюдь не ограничивает меня в свободе. Ведь музыка есть моя свобода.